До начала церемонии открытия Олимпиады осталось ждать совсем недолго. Вот, несмотря на все трудности для нашей команды, мы хоть и не в полном составе, так в Рио, поэтому у нас в стране эту Олимпиаду очень ждут. Открытие игр пройдет в 2 часа ночи по московскому времени. У нас уже будет суббота, 6 августа, а пока в Рио продолжается эстафета Олимпийского огня. Одними из факелоносцами стали знаменитые танцоры самбо. До последнего времени именно карнавал был главным событием в жизни Бразилии, поэтому было так важно дать пронести огонь Олимпийских игр именно танцорам. Выбрали двух, это настоящие легенды самбо, правда, они уже давно на пенсии. Местре Монарка и Тиа Сурика пронесли факел не только под аплодисменты собравшихся, но и под музыку карнавальных оркестров. Правда, из-за преклонного возраста танцоров в честь дистанции они прошли под руку сопровождающими. Этот момент будет жить со мной вечно. Я ведь никогда не думала, что мне доверят нести олимпийский факел, и что это произойдет в моем родном Рио-де-Жанейро. Я хочу пожелать удачи всем спортсменам, которые приехали на Олимпиаду.